Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. Крыловские строчки – идеальный комментарий к презентации японского эксперта по организации труда. Четкие цели и взаимодействие всех звеньев производственной цепочки – основа философии кайдзен. Кайдзен – это работа по поиску проблем. Ее переводят в разряд задачи. И вместе ее решают. Именно такой подход помогает компании Toyota организовать работу 300 тысяч своих сотрудников по всему миру и удерживать лидирующее положение в автопроме. Принципы кайдзен применимы в любой сфере жизни. Господин Судзуки опробовал их даже в самолетостроении. Организовать производство Боинга 787 американцы пригласили именно его. Добрался мастер до Карелии. Сегодня на бесплатном семинаре он рассказал, например, в каком порядке следует решать возникшую на предприятии проблему. Конечно, начинаем мы с высшего руководства. Оно дает сигнал менеджерам среднего звена, а те рабочим. Советом специалиста из страны восходящего солнца 4 часа внимали руководители и собственники местных компаний, специалисты отделов развития и просто желающие увидеть легенду мирового автопрома. Будущие успехи наших предприятий покажут, прижился ли японский кайдзен в Карелии. Алена Сянси, Евгений Евдокимов, телеканал Ника Плюс.